Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств 2020 года будет расширен на 23 позиции. Сейчас он включает в себя 735 препаратов. В России на бесплатные препараты в амбулаторном звене имеют право отдельные категории граждан, независимо от диагноза и достатка. В первую очередь речь идет о ветеранах, инвалидах, неработающих пенсионерах, детях до 3 лет и многодетных матерях. Больше половины, 516 лекарств из списка будут производиться в России. Кроме того, на 23 позиции расширится перечень препаратов, которые могут получать льготники. В списке дорогостоящих лекарств добавят еще 12, в частности, для лечения сложных высокозатратных заболеваний. Также будет снято ограничение на выписывание одного лекарства по решению врачебной комиссии. Помимо этого, в следующем году обновят минимальный ассортимент препаратов для оказания медпомощи.